Вот он. Мама! Нет! Он здесь! Нет! Еще! Давай! Он! Он! Дом номер 7 по Перелишинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. В доме было всего 3 украшения, но чисто коммерческого характера. С одной стороны дома висела лазурная вывеска «Одесская бубличная артель, московские баранки». С другой стороны двора имелась дощечка с намалеванными на ней буквами «Моды и шляпы». И, наконец, неподалеку белела жестянка «Слесарная мастерская. Починка примусов. Полисов В.М.» Слесарь-интеллигент со средним образованием. Хозяйка модной и шляпной мастерской Елена Станиславовна Боур, прогорев на мануфактурных спекуляциях, в последнее время все чаще прибегала к другому, не менее увлекательному роду занятий.
Должна вас предупредить, девушка, что за сеанс меньше 50 копеек я не беру. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. Только мне, пожалуйста, и будущее. Вас надо гадать на даму Треф. Ну, я всегда была червонная дама. А! Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Набело гадали по руке. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс. И если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Все это гадалка объясняла вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. Окрыленная вдова зашагала домой, а гадалка, сбросив карты в стол, зевнула, показав пасть 50-летней женщины. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда сказал стихами, что она к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. Зевнув, мадам Боур вышла во двор, где ее приветствовал Виктор Михайлович Полесов, слесарь-интеллигент со средним образованием. Ну ты чего дожили, а? Вчера весь город обегал, плашек 5/8 достать не мог. Нет! Ха! Нет у них, а? Нет! А трамвай собирается пустить. Елена Станиславовна, имевшая о плашках в 5/8 дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, все же посочувствовала. Какие у них магазины? А какие у них трамваи? Действительно, какие у них трамваи? Здесь стекла даже не в резине ставят. Ну вот вам и трамвай. Лично я на него не сяду. А я сяду? Я не сяду. Это же харьковская работа. Она же... А кто сядет? Я не знаю, Леонид. Ну, я уже вам сказала. Она версты не протянет. Тем более нет. Да у них если надо плашки 3/8 иметь, а трамвай, а то... Трамвай, трамвай! Плашек нет, а как... Среди кустарей, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов чаще других попадал в просак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы. Ему было не до работы. Кто так раствор кладет, а? Ты что, не вижу, ты неровно кладешь? А? Ну-ка, дай сюда. Уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя вообще не видел! Это что, у тебя стружка, да? Ну-ка, дай-ка рубанок. Уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя не видел! Ты как контакты подгоняешь? Ты что, не видишь, что у тебя напряжение совпадает? А? Ну-ка, дай. Уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Предупредил, что она у тебя под напряжением. Однако венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома номер 7. Полесов обязался привести железные ворота дома в полный порядок. 2 дня у него ушло на расклепку ворот, после чего Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. Больше всех от этой затеи пострадал дворник дома номер 7. Он потерял свой еженочный заработок. Ворот не было, нечего было открывать. И загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Многочисленные свидетели утверждали, что в начале со двора таинственным образом стало исчезать мокрое белье. Thank you.
Затем в раскрытом настежь дворе стали происходить другие ужасные события. Говорят, стали пропадать вещи. Однажды вечером случилось страшное. Говорят, что злоумышленники будто бы унесли даже закипающий во дворе самовар. Одно время Полесову казалось даже, что он лично принимал участие в погоне, которая, по его словам, ему едва не стоила жизни. При наличии отсутствия пропитанных шпал, это будет не трамвай, это будет одно горе. Слушайте, вы знаете, кого сегодня видел? А? Воробьянинова и Полит Матвеевича. Хрена! Хрена! Ворюги в этом доме живут! Дармоеды! Ну, Витька, гадюка, среднее образование имеешь! Извините, это за мной. Ворота будет требовать хам. Стойте так, только умоляю, не шевелитесь. А я пока спрячусь в колодец. Я, гадюка, смотреть не буду! Витьки слесаря опять нету? Ах, я не знаю, я ничего не знаю. А кто знает? Кто знает? Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым он отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо обступившее дворника, очень негодовало, но не отставало от него ни на шаг. Когда опасность миновала, Виктор Михайлович и Елена Станиславовна продолжили прерванную беседу. Хам, хам, хам! Я тебе покажу, мерзавец, а? Возомнили о себе хам и мерзавцы, да будет, а? Будет. Слушайте лучше, что я вам скажу. Ну? Вы действительно убеждены, что видели Воробьянинова? Да говорю, что это был он, но только без усов. Тихо, хам, мерзавец! Господи! Воробьянинов! Зачем он сюда приехал, как вы думаете? А как вы думаете? Уж во всяком случае не с большевиками договоры подписывать. Он подвергается хам, опасности, мерзавец! Да. Елена Станиславовна! Усы даром не сбривают. Он прибыл из-за границы. Ну, безусловно. С какой целью, как вы думаете? Ну, не будьте ребенком. А, мне все равно, я должна его увидеть. Ну, вы, значит, чем рискуете? Мне все равно, я должна его увидеть. После 10 лет разлуки я должна увидеть Ипполита Матвеевича. Я вас умоляю. Найдите его, узнайте, где он. Вам это не трудно, вы везде бываете. Передайте ему, что я хочу его видеть, слышите? Передам. Я найду его и свяжусь с ним.
Эх, парень был. Да. На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Неудобно – это не то слово. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший, после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем почти без усов. В Дворницкой стоял тяжелый запах, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли у печи, и воздуха тоже не озонировали. Считаю вечер воспоминаний закрытым. Вечер надо закрыт? Переезжать в гостиницу. Этого нельзя. Почему? Ехал. Нам придется приписаться. Эх, что? Паспорт не в порядке. Паспорт? Что паспорт? Где паспорт? Нет, паспорт в порядке, но мою фамилию в городе хорошо знают, пойдут толки. А фамилия Михельсон вам подходит? Не надо так говорить. Не надо так говорить! Больше он не вернется. Михельсон! Какой Михельсон? Сенатор? Михельсон, член Союза софторгслужащих. Я вас не пойму. Этот отсутствие технических навыков. Не будьте божьей коровкой. Конрад Карлович Михельсон, 48 лет, беспартийный, холост, член Союза с 21 года, в высшей степени нравственная личность. Да неудобно ли? В сравнении с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотрено Уголовным кодексом, имеет вид невинной детской игры в крысу. В меблированных комнатах Сорбонны пришлось поселиться в номере за рубль 80. За час до этого события Остапу удалось получить все интересующие его сведения, а именно домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства. Итак, кто наносит визит архивариусу? Я думаю, что... Вы хотите сказать, что доверяете это техническому директору концессии? Я вас правильно понял, Конрад Карлович? Пожелайте мне удачи, фельдмаршал. После ухода технического директора Ипполит Матвеевич стал в волнении прохаживаться в ущелье между кроватями. В этот вечер решалась его судьба. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьянинского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Итак, сегодняшний визит Бендера решал судьбу всего предприятия. Жизнь, судьба. Что вы знаете о моей судьбе, господа присяжные заседатели? Что вы знаете о жизни сына турецко подданного? Его жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но эта сложная штука открывается просто, как ящик. Нужно только уметь его открыть. Кому? Гражданину Коробейникову. Зачем? По личному делу. Вы служили в архиве старкомхоза? А до этого в жилотделе? Я всюду служил. А также в канцелярии градоначальства. А позвольте узнать, чем обязан? Я Воробьянинова сын. Предводителя? Его. Он что же, жив? Папа умер. А посему я бы хотел приобрести что-нибудь из мебели покойного папаши. Это сложное дело. Это ведь только обеспеченному человеку под силу. Вы-то чем занимаетесь? Свободная профессия. Собственное мясо-хладобойня на артельных началах в Самаре.
Да. Прыткий молодой человек. Да. Старичок-то типичная сволочь. Ну что, старая Грымза, будем дальше волынку тянуть? Ну так вот, просьбу вашу выполнить трудно. Но можно. Потребуются расходы. Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Сведения будут оплачены. Рубликов 70 положите? Ишь ты. Че ж так много-то? Овес нынче дорог? Извольте шутить. Что ты, милый, это ж не шутка. Шутка будет позже. Собственное мясо хладобой не говорите. Вас одолели сомнения? Напрасно. Уймитесь, сомнения, страсти. Замри, безнадежное сердце. Деньги при вас? Сомневаться в наших деньгах? Полный архив на дому. Да, совершенно полный. Совершенно полный. Вот так. Я ведь это так, на всякий случай. Коммунхозу он не нужен. Ну, а мне, может, на старости лет и пригодится. Живем-то ведь, как на вулкане, м? Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мобиля. А где они, мобилят? Вот они. Здесь мобиля. А кто сохранил? А кто уберег Коробейников? Возвратятся, господа. Да, спасибо и скажут старичку. Помогут на старости лет. А мне ведь много вот не надо. Да, мне по десяточке подадут за ордерок. И на том спасибо. Дивная канцелярия. Вы просто
Герой труда. Да, да, да. Тут все. Весь Старгород здесь. Здесь вся, вся мебель. Все пронумеровано. Все пронумеровано. У кого когда взято, кому когда отдано. Вот так. А вот это вот алфавитная книга. Да, это зеркало жизни. Как вы сказали? Я говорю, зеркало жизни. О, конгениально. Да, тут все, все. Вот взять хоть, к примеру, вот кого. Ну, хоть купца. Купца первой гильдии Недомухина. Вот берем. Взято у Недомухина 18 декабря 1919 года рояль Бейкер за номером 97-97-12. 0-12. 0-12. Да. А кому дано? Смотрим отдел распределения. Куда пошел рояль? Куда пошел рояль? Пошел рояль собес во второй дом соцобеспечения. Что-то я не видел там рояля за номером 97-012. Ближе к делу. Буква В. Воробьянинов. А сейчас, сейчас. Сейчас будет. Вот сейчас будет и Воробьянинов. Вот есть Воробьянинов. Батюшка ваш, царство ему небесное. Да. Базы китайские, базы маркированные. Китайские. 4 штуки. 4. Правильно? 4 вазочки. Да, у нас было всего. Да. Да. Ковров Абельсонова 8. Правильно? Да, да. Гобелен пастушка 1. Да, это был 1, это на всю жизнь. Да, правильно. Вот слева напротив коечки он у меня. Гостиный гарнитур 12 мест. Мастер Гамса работы. Точнее, Гамса. Гамса. Да. Кому роздано? Кому роздано? Кому роздано? Стол, круглый стол 1, во второй дом собеса. Ну-ну. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот еще один стул. Товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению. Так, так, ну вот. Остальные 10 стульев в Москву. Музей мебельного мастерства, согласно циркулярного распоряжения, наркомпроса. Тут... Хвалю. Тут вся ваша у батюшки мебель. Вся. А, куда мне вся? Ограничимся, папаша, гостиным гарнитуром. А, хорошо, хорошо. Вот, значит, тут 5 ордеров. 1 на 10 стульев, 2 по 1. Извольте видеть, все, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках собственноручные подписи. Так что в случае чего никто не отопрется. В случае чего никто не отопрется. Вот, может быть, желаете еще гарнитур генеральши Поповой? Нет, знаете, как-то мебель генеральши Поповой меня интересует. Жаль. Значительно меньше. Тоже гамская. Интересует, но меньше. Так, расписочку писать можно? Пишите, пишите, борец за идею, пишите. Я, простите, движим исключительно любовью к усопшему родителю. А, воспоминания детства. Помнится, игрывал я в гостиной на ковре Харасан, глядя на гобелен пастушка. Золотое время. Гостинным гарнитуром и ограничимся. Граждане, родные, дочка, не скажешь, как мне найти господина Коробейникова? Вон там. Благодарствую. Вашу руку, правитель. Если бы не такие люди, как вы, жизнь была бы скучна. Будете в Самаре, не применить заглянуть. В вашем распоряжении яхта и флигель с прислугой. А деньги? Деньги! Тише. Ты дурак. Тебе же сказали завтра. Значит, завтра. Извините великодушно. Имею превеликий интерес касательно мебели. Господин Воробьянинова. Вот еще один шутник, только на этот раз шутить буду я.
после возвращения технического руководителя концессии настроение у Ипполита Матвеевича резко улучшилось. Он вышел в коридор и стал прогуливаться. Однако в другом конце коридора вскоре появилась бывшая духовная особа, заполучившая от Варфоломея Коробейникова ордера на гарнитур генеральши Поповой. В этом подлом обмане и состояла обещанная архивариусом шутка. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В конце коридора оба разом поворачивали и снова приближались. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. Здравствуйте, батюшка, сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. Доброе утро, Ипполит Матвеевич. Не ушиб ли я вас во время последней встречи? Нет, а чего же? Очень приятно было встретиться. Обедней, небось, больше вы уже не служите. Где ж служить? Прихожане разбежались по городам. Сокровища ищут. Заметьте, свои сокровища. Свои? Нет. Национализированные. Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Вечная память. Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще? Что вы молчите, как архиерей на приеме? Сам дурак! Ой! Остап наклонился к замочной скважине и, приставив ко рту ладонь, сказал фразу, ставшую впоследствии знаменитой. Почем опиум для народа? В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить противника. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость. Так, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Преступник выработки диспозиции, фельдмаршал. Ордер гобелен пастушка. Один. Ручная работа. Этот гобелен я купил у петербургского антиквара. А этот стол, как видно, от гарнитура. Дайте сюда столик. К черту столик. Остаются два ордера. Один на 10 стульев, выданный музею в Москве. Другой на 1 стул гражданина Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, 15. Готовьте деньги, фельдмаршал. Возможно, в Москву придется ехать. Да, но ведь тут же тоже есть стул. 1 из 10. Чистая математика. И то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. Ну, не шутите, так не надо. Ничего, ничего, либерфатор Конрад Карлович. Ничего, он же Михельсон, он же Воробьянинов, он же фельдмаршал, он же предводитель Команчи. Ничего, найдем, святое дело. Батистовые портянки носить будем, крем-марго кушать. Да, но мне почему-то кажется, что драгоценности находятся именно в этом стуле. А, вам кажется? Да-да. А что вам еще кажется? Ничего. Ладно, предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, 15. Марш вперед! Труба зовет! Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецко-подданного пнул ее ногой и повторил известную фразу. Так почем опиум для народа? Слышали? Как бы он за нами не пошел. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Меня тоже. Улица Плеханова, 15. Это она. Может быть, она сейчас сидит именно на этом стуле.
Но как же этот стул достать? Может быть, купить? Не говоря уже о совершенно непродолжительном расходе, это вызовет толки. Почему только один стул? Почему именно этот стул? Ну что же делать? Не волнуйтесь, господин Михельсон, операцию я беру на себя. Его нужно выкрасть. Ни в коем случае. Выкрасть! Технику этого дела знаете? Нет, но его нужно выкрасть. Для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. Выбросьте это из головы. Это типичное пижонство. Грабить бедную вдову. Но ведь хочется как скорее. В этот момент великий комбинатор изрек еще одну известную фразу, впоследствии широко разошедшуюся в народе. Скоро только кошки родятся. Я женюсь на ней, на мадам Грицацуевой. Зачем? Чтобы спокойно без шума покопаться в стуле. Это же большая жертва. Что не сделаешь для блага концессии? Мое счастье! А что есть? На всю жизнь. Большая жертва. Это очень большая жертва. Жизнь. Жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? Если вас реквизировали поддельную китайскую вазу, это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Открывается просто как ящик, нужно только уметь его открыть. Который час? 5:00 утра. И вы женитесь на ней? Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Знойная женщина. Мечта поэта. Такая провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет. Но на местах и на периферии еще встречаются. И когда ли свадьба? Послезавтра. Завтра нельзя, у них 1 мая, все закрыто. А как с нашим делом? Вы женитесь, она, возможно, придется переехать в Москву. Что вы волнуетесь? Заседание продолжается. А жена? Бриллиантовая вдовушка. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена на вокзале. Слезы. Цыпленок в дорогу. Поедем с комфортом. Спите, фельдмаршал. Что это? День международной солидарности. Я понимаю. А что они там несут? Чучело английского министра Чемберлена. А это? Сводная колонна физкультурников, допризывники, пионеры, колонна работников Собеса. О, мой застенчивый друг. Вот отойду британских морей, Красная армия всех сильней. Справедливая мысль. Я целиком ее разделяю. Да боже, красная, сжимает яростно
свой штык мозоли стой рукой. И это не вызывает возражений. Огорчает другое. Куда девался рояль Беккер за номером 97012? Повторная дача взятки должностному лицу. Статья 13, пункт. 114. Он свободный. Так вы же красная. За нами следят, уверяю вас, вон тот тип. Вчера весь день пялил на меня глаза, а сегодня буквально ходит за нами по пятам. А чуть что прячется. Еще одна конкурирующая организация маловероятна. Впрочем, не мешает проверить. За мной, в Сорбонну! В чем дело? Ни в чем. А что вам нужно? Ничего мне не нужно. О! Добрый день, господин Ипполит Матвеевич! Добрый день! Имею чести. А вы не беспокойтесь, я Пелена Станиславна. Дядя, как она здесь? Да, и очень хотел вас видеть. Да, но откуда она узнала? Я был в горком ходе и сразу вас узнал. Вы не беспокойтесь, все будет тайно. Тайно? Тайно. Знакомая женщина? Старая знакомая. Может быть, поужинаем у старой знакомой? Пожалуй, пожалуй. Я вам гарантирую, что все будет тайно. Ведите нас к ней, таинственный незнакомец. Минуточку. Это наш друг. Сам дурак! Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы. Посидеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос, голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повеса. Да-да. Голос его любовницы был тот же, что и в 99-м году перед открытием Парижской выставки. Но, войдя в комнату, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. Как вы изменились. Спасибо. Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы все тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы прибыли из Парижа. Видите, я не любопытна. Но я приехал вовсе не из Парижа. Мы с коллегой прибыли из Берлина. Но об этом не рекомендуется говорить вслух. Как я рада вас видеть. И я безумно рад. Вы помните, Ипполит Матвеевич? А помните, Елена Станиславна, выборы? В городскую управу. Нет, выборы вспоминать не будем. Кажется, наступил психологический момент для ужина. В Берлине есть странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это поздний обед или ранний ужин. Мы заболтались с вами, друг мой. Я бегу на кухню. А теперь действовать! 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 Сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Действовать! Старуха не подкачает, надежная женщина. Ваше политическое кредо. Всегда. Всегда? Всегда. Надеюсь, вы кирилловец? Так точно. Россия вас не забудет. Великий комбинатор чувствовал вдохновение. Упоительное состояние перед вышесредним шантажем.
Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном виде его застала Елена Станиславовна. Он принял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул, Остап решил действовать. Мадам, мы счастливы, так сказать, видеть в вашем лице. Ибо, так сказать, в вашем лице, мадам, ибо... Он не знал, кого именно он счастлив видеть в лице Елены Станиславны. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то милостиво повелевать соизволил, но это было не к месту, поэтому он начал деловито. Строгий секрет и государственная тайна. Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Наших в городе много? Каких? Наших. Каково настроение? Ну, смелее. Смелее, смелее. Лашек пять восьмых нет. Нет их. А трамвай хотят пускать. А шпалы пропитать не могут. А дворник хам. Он с меня ворота требует. Он мне просил расклепать. Я ему расклепал. Так он еще хочет. Так он стал меня обзывать. До чего же дошел? Ведь каганюха с средним образованием. Ах. Видите ли, да я дам. Этого мы так не оставим. Это мы им запомним. Видите ли, он мне стал, ведь каганюк. Тихо. Ведь каганюка, видите ли. Тихо. Елена Станиславовна, голубушка, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить? Кого же можно пригласить? Может быть, Максим Петрович с женой? Без жены. Действовать! Я бегу за Максимом Петровичем, Никешей и Владей вы за Кислярским. Так. Что это значит? Это значит, что вы отсталый человек. Почему? Потому что, простите за пошлый вопрос, сколько у вас есть денег? Каких денег? Доллары и стерлинги не в счет. Сейчас меня интересуют только советские деньги, включая серебро и медь. Какая медь? У меня всего 35 рублей. И с этими деньгами вы собираетесь окупить все расходы по нашему предприятию? Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору. Зачем? Затем, что мне нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. И хочу пировать в этот знаменательный день. Что же я должен делать? Вы должны молчать, иногда для важности раздувать щеки. Ца! Ведь это же обман. Это кто же это говорит, а? Это что ж, граф Толстой или, может быть, Дарвин? Я слышу это из уст человека, который еще вчера собирался украсть у бедной вдовы Грицацуевой ее мебель. Не задумывайтесь, молчите, не забывайте раздувать щеки. Все! К чему ввязываются в такие дела? Ведь могут донести... Об этом не беспокойтесь, на плохие шансы я не ловлю. Все будет поведено так, что никто ничего не поймет. Идут гости, пейте чай. Музыка. Какая еще музыка? Пора далее. Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшими недотепами. Каждому из них было лет под 30. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Вы в каком полку служили? Я, так сказать, вообще не служил. Дворянин? Да, был. Надеюсь, остались им и теперь. Крепитесь, нам потребуется ваша помощь.
за граница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Юноши, в каком полку служили? Придется послужить отечеству. Очень хорошо. Полная тайна вкладов, то есть организации. Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Владельцу артели быстро упак дядьему. Остап предложил крепиться, обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца артели быстро упак было желание как можно скорее убежать. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он заколебался. Последним пришел гражданин Кислярский, который сразу уяснил себе положение вещей. Укрепитесь. Кислярский пообещал. Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа. Кислярский сочувственно загрустил. Вот это гигант мысли. Отец русской демократии. В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией. Позже мы зачем же сюда пришел? Тайный союз меча и орала. Куда ты? 10 лет, не меньше. Впрочем, вы можете уйти. Но предупреждаю, у нас длинные руки. Может быть, еще откуплюсь, дам рублей 50 или 100. Не меньше. Жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Перестаньте стонать. Мы должны протянуть руку помощи. И мы ее протянем. Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким, беспризорным детям. Красиво. Тут не придерешься. Помогал детям и баста. Золотая голова. Конспиратор. Я приглашаю вас, господа, делать свои взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Попрошу делать взносы. В порядке старшинства, господа, начнем с уважаемого Максима Петровича. Только 30 рублей. В лучшие времена, конечно, я дам больше. Лучшие времена скоро настанут. У нас только 7 рублей. Нет, у нас 8. Мало, молодые люди, мало, мало. Ну, что скажет купечество? Что? Ну что ж, по 200 рублей, думаю, дать сможем. Итого 488 рублей. 12 рублей не хватает. О, браво, сударыня. А, мадам, беспризорные дети не забудут, так же, как и мы, что они счастливы, так сказать, видеть в вашем лице, ибо... А дне следующего собрания, господа, вы будете оповещены
особо. Полнейший секрет и строжайшая тайна. Кстати, это в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Возможно, что на следующем собрании, господа, вам придется внести значительно большую сумму. И помните, у нас длинные руки. Да уж. Ну-с, будем двигаться, гигант мысли. Деньги с вами? Со мной. Необходим короткий отдых перед бурей. Завтра моя свадьба. Раньше люди хлопали ушами, были дети, горели ногами, а теперь они танцуют шимми день и ночь. Шимми – это танец заграниченный, не совсем, но все-таки приличный. Это надо делать до упада день и ночь. Больше всех гуляем и хохочем, счет за все оплачен, между прочим. И теперь мы делаем, что хочем, день и ночь. Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро. Тут было все. И арбузные груди, и нос, и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени, и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии. Товарищ Бендер. Горько! Слово жениху! Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весится ветер жестокий, мане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус собой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду.
пусть бесится ветер жестокий. Тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. После этого Остап стал произносить тосты и спичи. После тоста за просвещение и ирригацию Узбекистана гости стали расходиться. Так вы не тяните, они там. Мне удалось нащупать, понимаете? Я почувствовал, они были подо мной. Востяжатель, ждите меня в гостинице, никуда не уходите. Я могу нагрянуть каждую минуту. Уплатите по счету, чтобы все было готово. Адье, фельдмаршал. Чуп. Пожелайте мне спокойной ночи. Спокойной ночи. Просто. По-семейному. Вдовица спит и видит сны. Пришлось оставить записку. Выезжаю в Новохоперск с докладом, к обеду не жди. Твой суслик. Суслик. Спокойно. Привыкайте работать тихо и сдержанно.